Друзья, привет! Я Максим Михайлов, основатель subsurf.ren. Сегодня 26 июня. Мы с ребятами из небольшой группы раскатываемся по Финскому заливу. Сегодня у нас заезд по фортам Кронштадта. Двигаемся по новому маршруту. Стартуем прямо из исторического центра города. По ходу движения с правой стороны у нас остров фортов. Ну и, конечно же, сперва форт Петр I. Будем проходить под дамбой. Потом форт Александр I. Разворот и возвращаемся обратно. Очень крутая, динамичная движуха сегодня предстоит. Ветер 3,5-4 метра в секунду. Дистанция 4 километра. Но это будет потрясное морское путешествие, о котором смотри в этом видео. Данный маршрут подходит также и новичкам, но, ребята, желательно, чтобы физически вы были чутка подготовлены. У нас средний уровень сложности, бывают небольшие волны от проходящих кораблей. Сейчас за этой дамбой будет встречная волна, потому что сегодня ветерок раздувает на 4 метра в секунду. Группа ребят сегодня без опыта, но уже спустя километр все уверенно стоят и знают, как управлять, маневрировать доской. Значит, здесь форт Петр I. Пристань кластера остров фортов. Кстати, вот именно там он и расположен. Ну а мы сейчас под этим мостиком пойдем в открытый залив другой части форта Петр I и далее двигаемся к форту Чумный, он же Александр I. Слева относительно меня тыльная сторона форта Петр I. Настолько вплотную, конечно, на катере нет возможности ни у кого подойти. А на наших сабдосках это прям очень круто. Ребята пока что раскатываются. Сейчас на заливе будет очень бодрая атмосфера. Но мы к этому готовы. Форт Петр I. А здесь у нас огромнейший сухогруз, контейнеровоз. На морском фарватере, на котором мы не заходим, редкое явление. Но счастливчики всегда его смогут завпечатлить прямо во время движения. Вот кораблик, вот форт. А вот, ребята, как ощущение? Классно! Парни здесь раздают классную волну, вот так вот скажем, молодцы. В общем, здесь мы всей бандой. На фарватере плотный трафик, значит, раз сухогруз, два, три, мы на подступах к форту Александр I, так что просто кайфуем. Хороший солнечный день, ребята уже покорили свои первые волны. Впереди у нас ветерок уже сухая, так что будет гораздо комфортней. Динамично идти, но здесь серьезно настоящая акватория. 150 метров и морской путь, по которому все корабли, которые приходят из Балтики в Петербург, проходят именно здесь. Это самая приближенная часть, где мы можем на разрешенной акватории приблизиться к морскому фарватеру. Крутяк! Маршрут пролетели, уже опять находимся в гавани. Теперь уже по левую руку находится остров фортов. Здесь пристань, отчаливает метеор. Ребята плавают на чиле. В общем, ребята, это интересное, крутое морское путешествие. Напоминаю, что заходи по ссылке в профиле. В расписании всегда актуальная запись по всем нашим основным движухам, по всем нашим основным маршрутам. Так что с вами был я, Максим Михайлов. До новых встреч. Встречаемся на воде. Всем яркого, отличного летнего сезона. Ну и, конечно же, знаете, Финский залив – это самая крутая акватория в Санкт-Петербурге.